Уважаемые студенты, факультет дистанционного обучения обеспечивает студентов основными учебно-методическими материалами по всем дисциплинам. После зачисления в комплекте с остальными учебно-методическими материалами вы получаете диски DVD с видеоматериалами лекций по основным учебным дисциплинам семестра. Диски с видеокурсами лекций по основным учебным дисциплинам наряду с электронными учебниками являются одной из наиболее эффективных разработок факультета для программы дистанционного обучения. Видеокурс состоит из нескольких лекций, каждая из которых посвящена определенной теме. Одна лекция может длиться от 30 минут до 1 часа 20 минут. Сориентироваться в структуре диска вам помогут пункты меню. Рубрика «Об авторе» содержит информацию о должности, ученой степени и звании, профессиональной деятельности, научных интересах и основных публикациях автора видеокурса. Авторами видеокурсов являются ведущие специалисты в области психологии. Ими могут быть как преподаватели МГППУ, которые будут вести эту дисциплину у вас, так и уже ставшие классиками известные ученые-психологи. В рубрике «План курса лекций» вы познакомитесь как со структурой всего курса, так и со структурой отдельной лекции. Вы можете открыть данную информацию в удобном для печати формате Word. Для удобства просмотра лекции в плане структуры указывается время учебного вопроса в лекции. Используя навигацию вашего плеера, вы можете выбрать интересующий вас учебный вопрос. Следующие пункты меню автоматически запускают выбранную вами лекцию. Начинается видеолекция с вводного слова, в котором автор дает краткую аннотацию данного курса. В каждой лекции видеокурса сначала дается название курса, информация об авторе, содержание предстоящей лекции, и затем следует рассмотрение конкретной темы. Для улучшения восприятия учебного материала в видеолекцию добавлены вставки с текстами, видеофрагментами, фотографиями или схемами. Видеокурсы адресованы только студентам факультета дистанционного обучения. На диске с видеокурсом записан также кодек, который можно будет установить в том случае, если видео у вас не запускается или идет воспроизведение звука без изображения. Видео записано на диск DVD в формате MPEG-4, сжато кодеком DivX, разрешение 640 на 480 пикселей. Просматривать видеокурс можно как на компьютере, для этого требуется наличие DVD-привода, так и на DVD-плеере, поддерживающем чтение формата MPEG-4. Если вы запускаете видеокурс на DVD-плеере, сначала войдите в меню и посмотрите содержание. Далее выберите любую лекцию, которую хотите посмотреть. При автоматическом запуске лекции могут идти не по порядку.
Перед просмотром видеокурса следует сначала посмотреть программу по данной дисциплине и ознакомиться с основным электронным учебником, и только потом приступать к просмотру видео. Мы рекомендуем вам вести конспектирование в отдельной тетради, в которой вы будете записывать основные учебные вопросы и содержание тем. Кроме того, преподаватель может привести в программе или дать на семинаре дополнительные задания по конкретной теме курса. Записывайте также вопросы, которые возникают у вас при просмотре видеолекций. Вы сможете задать их преподавателю во время проведения семинарского занятия. Уважаемые студенты! Факультет дистанционного обучения желает вам успехов в изучении дисциплины текущего семестра.